Дорогие друзья, у нас вечер, и на ужин мы решили приготовить картошку запеченную. Запекать будем тут картошка, помидоры, фарш, картошка и соус делали из сметаны с майонезом. Вот еще осталось. Сейчас, наверное, еще сверху помажем. Машенька, маш сверху еще. Плюс приправы, и сверху мы покупали еще бекон, упаковочку, которую вы видели, брали, и решили сделать такую запеканочку, да? Все, сейчас Машенька все это намажем, и мы уберем все это в духовку запекаться. Катя, как думаешь, вкусно будет, нет? Вкусно? Да. Да. Ну, мы всегда вкусно готовим. Ладно, готовим кушать. Катя кушать захотела, сделала себе шаурму. Что ты туда положил? Капуста, вижу, да? Да, сыром помазала. Сыром помазала. Вот таким вот. Морковка. Или сливочным ты делала? Сливочным. Сливочным. Морковку корейскую, помидорку. Что еще? Салат ложила туда? И немного салата. Кушает. А мы, короче, еще сделали салат на ужин. И сейчас хочу кофе попить с бутербродиком. Пока картошка запекается, салат как раз настоит. У меня здесь пекинская капуста, помидорки, огурчики, ну и лучок. Вот такой вот салатик будет у нас. Готовим ужин. Так, все, запеканка моя готова. Сейчас буду всем налаживать и все будем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Посмотрим, попробуем, вкусно получится или нет. Сейчас покажу, что внутри получилось. Так, все, тут, извините, полотенце постелено. Просто сейчас Оксана посуду будет мыть. Так, короче, что получилось? У нас вот такая вот картошка с помидорчиками. Всем в тарелочку разложила, разделила бекончик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы сейчас пойдем кушать. Всем доброе утро. Смотрите, как у нас на улице. Напишите, как у вас. У нас снег, снежок падает на землю. Напишите, какая у вас погода. Ну, у нас вот так вот. Снег, снежок, белая метелица. Напишите, как у вас, или вам не верится. Аж песня запела. Всем добрый день. Кто просил Тайсона увидеть? С Тайсоном все в порядке. Я не знаю, чего вы переживаете. И нет у нас никакой новой хаски. У нас сегодня снег вышел, выпал. Извините, просто с горлом что-то. Я сейчас поехала в город. Мне надо в аптеку еще забрать там капли одни. И посмотреть себе обувь, потому что я все еще в летних хожу. Мне не с девочками взяла по мере возможности. А себе-то нету, я в летних хожу, у меня ноги мерзнут. Посмотрим, бы дешевые хотя бы осенние ботиночки все. Или что-нибудь, или кроссовки дешевые какие-то. Ладно, поехали в город. Съездила в город. В аптеку, да что, и сейчас покажу, что взяла. Печеньки взяла, молока 2 литра взяла. Я заходила в рыбный магазин, взяла кальмаров. Там всегда свежие кальмары привозят. Потом морскую капусту купила немного. И в мясной магазин заходила, взяла вот такой кусочек филе свинины. Хочу, у меня там филе... Так, фарш куриный есть, со свининой перемешаем и... Чебуреков настряпаем здесь. Уже нормально настряпаем. Дальше. Это у меня заказ в Валберес пришел. И патчи мои пришли, которые я по утрам сидела и заказывала. Дальше взяла хлеб. Пачку риса одну взяла. У меня рис, думаю, заканчивается. Потом сыр Эдам взяла. Хочу сегодня мини-пиццы сделать вот с этим батоном. Дальше Ролтон купила. И в аптеке я заказывала капли в нос. Да что, Маш, не трогай, пожалуйста. Капли в нос разные заказывала. У нас все позаканчивались. Тут который идет Ксилен. Назальные детские заказывала. Потом вот такой вот Ринонор. Фукарцин заказала. Это девчонка. Потом капли назальные вот такие вот для взрослых. И Риностоп. Фукарцин, Катя, красная коробочка. Вот такие вот целом все покупки. Что у нас в городе? Короче, до 7 числа все позакрывали. Даже садики все позакрывали до 7 числа. Остались только дежурные группы, у которых оба родителя работают. В город приехал Роспотребнадзор.
ходят по 3-4 человека, магазины заходят, ну, вот такие вот дела. А так, в целом, все нормально. Что сейчас будем делать? Сейчас будем варить супик. Хочу сварить суп. Будем кушать, варить. Если интересно, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, у нас время к вечеру подходит. Я сейчас хочу сделать детям мини-пиццы. Колбаски, ой, нарежу мелкими кусочками. Сыр буду натирать. И на батоне сделаю мини-пиццы. Батон вот только, конечно, один взял. Ну, по сути, им хватит поесть с чаем. Не купила я сегодня такси обувь. Не стала брать. Решила потерплю до конца ноября. Надеюсь, что к тому времени у меня с Ютубом все разрешится. Поэтому не стала брать. Сейчас сделаю мини-пиццы такие. Надо было 2 батона купить, что не подумала. Взяла 1. Быстрые пиццы, как говорится. Как говорится. Ничего такого не буду ложить. Просто сделаю колбаску, сыр. Туда взобью яйцо. И все. А, ну еще огурчик можно сырым добавить. Но дети сказали без огурчика. Просто колбаска, сыр с яйцом. Сделаю такие быстренькие. И сейчас будем уже печку затапливать. Суп хочу сварить. Приготовим супик. Что-то сегодня проснулась, у меня горло побаливает. Так что вот такие вот дела. Ладно, нарезаю, готовлю кушать. Напишите, что вы готовите для быстрого перекуса. Не знаешь, чем детей накормить уже, знаете, они это не хотят, это не хотят, это не хотят. Сами не знают, чего хотят. Напишите, чем вы их будете сейчас их кормить. Каникулы. Может быть, что-нибудь из ваших рецептов себе стырю. Не знаю, что сейчас сварить. Хочу супик сварить. Что-то думала. С рисом надоел уже суп. С капустой что-то они не хотят. Они сами не знают, что хотят. Вчера мы просто вечером... Они, мама, что-то ничего такого неохота им. Я взяла курицу, разрезала, не снимала это. Целую курицу на днях покупала. Разрезала, замариновала, в духовке запекла, просто мясо поели. Вот и весь перекус был. Плюс там у нас спагетти еще были сваренные. Салат, кто хотел, себе делал. Они тут все шаурму делали. Пекинскую капусту нарезали. Туда колбаску, морковку корейскую. Все сворачивают и в лаваш. Делали такие мини-шаурму. У них была. Кушали. Ну, им нравится. Поэтому лаваш я стараюсь в последнее время частенько покупать. Ладно, готовим дальше кушать. Потом покажу, что получилось. Так, первую партию пиццы готова. Отправляю в духовку до зажаренности. Пока не зажарится, короче говоря. Тут еще батон остался, еще начинка осталась. Сейчас будем все готовить еще. А эту пока отправляю партию в духовку. Все, готова первая партия мини-пицц таких. Сейчас остынет и дам деткам. Напишите, с чем вы такие, если вы делаете такие пиццы, как вы делаете. Может, что-то мы интересное тоже для себя возьмем. Ну что, девчонки, супик сварила. Гречневый с мяском. Такой зажаристый, смотрите. Мяски тут прям куски большие. Но это свинина, сразу говорю. И сейчас будем кушать. Наложила ребяткам, остужается. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Девчонки, сажусь кушать. Суп вкуснейший, гречневый. Напишите, какой вы суп любите. Я гречку обожаю. Все, пошла кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.